Ребят, всем привет! Давно уже просили меня снять обзорчик на наше новое покрывало. Я вам расскажу подробно, расскажу и покажу, как из чего оно состоит и как оно помогает тонировщику реально в деле. Значит, покрывало состоит из специального материала, которое не пропускает через себя влагу. То есть оно ее хорошо собирает, что позволяет торпеде и приборной панели, консоли оставаться полностью сухими. Здесь есть специальные противоскользящие вставки, которые помогают покрывалу не скользить по торпеде, то есть не соскальзывать вниз. На покрывале установлены специальные петельки, в которые продевается коса. И эта коса вставляется между лобовым стеклом и торпедой и собирает всю воду, когда вы тонируете. Размер у него 140 на метр. Это хватит укрыть практически любую торпеду. А если станет холодно, то укрыться самому. Сейчас, ребят, идет акция покрывала плюс комплект кос, толстая и тонкая, всего лишь за 3900, пока есть товар в наличии. Сейчас я вам покажу, как это покрывало устанавливается на машину и как оно работает в действии. Погнали. Покрывало вместе с косой, если нам нужно тонировать лобовое, и максимально четко, эстетично и красиво его затонировать, даже если вдруг клиент зайдет к вам. У вас тут лежит не старая бабушкина проперженная покрывала, а красивая, солидная, ухоженная. Сразу авторитет к сервису растет. Погнали, посмотрим. Оцениваем ширину, которая идет между лобовым стеклом и торпедой. И определяем, какую нам косу нужно вставить. В данном случае там ширина очень маленькая, и мы выбираем тонкую косу. Значит, берем покрывало, вставляем сюда косу. Логотип у нас четенько по центру, и мы его вот выставляем. Вставляем покрывало все покрывало четенько стоит на месте. Теперь мы можем спокойно поливать и будем уверены, что центральная консоль останется сухой, руль с многочисленными кнопочками. Все это мы покрывалом хлоп укрыли. И будем спокойны, что здесь мы ничего не заляпаем, ничего не зальем. Давайте посмотрим, польем воды, посмотрим, как оно держит воду. Распыляем воду. Прям нормально, прям льем на покрывало. Конечно, в реальной жизни мы столько не льем. Мы льем чисто на лобовое стекло, но я думаю, так никто не будет заливать. Но вот оно все. Будет сейчас залитое, мокрое, пусть даже немножко постоит. И мы его поднимаем. Здесь у нас абсолютно все сухо. Затонировали лобовое стекло, к примеру, и начинаем его доставать. Аккуратненько, с косичкой, все оттуда достается. Если пленочку хорошо там прижать, не будет никаких козликов, то ничего здесь нигде не подорвет. Все спокойненько достанется. Достаем отсюда косу, выжимаем ее и радуемся хорошей, чистой, профессиональной тонировке. Если хочешь тонировать красиво, профессионально, повышать свой уровень и быть в тренде, пока идет акция, очень советую тебе заказать наш набор покрывала плюс комплект кос по очень низкой цене. Количество товара ограничено. Звони, пиши прямо сейчас.